Неделя экстремальных видов спорта Extreme Week Tbilisi 2010 прошла в Тбилиси с 26 июня по 3 июля. Первый день открылся соревнованиями в паркуре. Экстремальные развлечения становятся все более популярными в Грузии. Именно популяризацией служит и нынешний Extreme Week, в котором, в отличие от прошлого года, участвует гораздо больше спортсменов, и не только из Грузии, но и из соседних стран. Первый день закрыли соревнования по прыжкам с высокого моста с эластичным тросом – банджи-джампинг и с веревкой – роуп-джампинг. Первые 3 секунды просто супер. Я очень испугался. В рамках экстрим-недели в центре столицы на площади Рос прошли показательные выступления мастеров дрифт. Кроме этого, в столице состоятся заезды по бездорожью на машинах, оффроуд и мотоциклах мотокросс, а также велосипедный даунтаун. Людям нравится, приезжают посмотреть не только из Тбилиси, особенно много молодежи. Надеюсь, в следующем году Extreme Week соберет намного больше спортсменов и вообще станет традиционной общекавказской экстрим-неделей. Дрифт для меня – источник адреналина. Кстати, я выступаю здесь уже в 3-й раз подряд, и нынешний турнир самый крутой. Соревнования, посещение которых было бесплатное, прошли также по BMX и скейтборду, а завершились полетами на параплане над территорией Тбилисского моря. В Extreme Week были включены и соревнования по брейкдансу, где острую конкуренцию грузинским брейкдансерам составили ребята из Армении.